И вот она, гора Кольцо. Такая тут тропинка есть туда, подъем. Поднимаемся. Кольцо-гора – удивительное скальное образование на севере Кисловодска. Эту достопримечательность создала сама природа. Благодаря ветрам, большим перепадам температур, эрозии и другим природным явлениям, которым подвергались горы Баргустанского хребта. Здесь, на высоте около 900 метров, образовались гроты причудливой формы в виде выемок в скале. И только одна из них с огромным 8-метровым проемом. Это и есть Кольцо-гора, доступная человеку всего с одной стороны, а с трех остальных переходящая в обрывы. Портал в будущее. Это окно в будущее, смотри. Оп, выходим. И тут уже совсем другая страна. Отдыхаем. Устали лазить по горам, да? Нет. Что там торчит? Голова хвост? Да, о, маленькая. Ты зажала, что ли? Это моя мелкая. Не бегайте только за ней, пожалуйста. Все, она сейчас спрячется, не надо. За хвост. Хватай. Все, 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 все. За хвостик бери просто. За хвостик. За хвостиком, может, аккуратно, покажи, покажи мне. Давай. Сука, держись, держись, иди сюда, она ровная. А у нее хвост не отходит? Не отходит. Подожди, подними выше. А где у нее лапа? Все, давай. Она смирилась. Все, ее поймали, теперь пожарим ее, сидим. Ну-ка, отпусти. Пока. Легко поймать. Давай, не расслабься. И съешь теперь в рот как будто. Открывай рот вот так. Ам. Давай. Попробуй. Почему на хвост такая? Давай. Кидай в рот. В рот кидай. Отпускай, давай. Домой. Нет, пускай тут живет. Скалолазка. Не надо, сейчас, подожди. Я поснимаю быстро. Тинка так красивая. Дышит так, видно, она это боится. На нас испугалась. Можно я спросить, вы не понимаете? Ну, погладить туда стоит. Thank you.
Необычные природные объекты всегда порождают множество легенд о своем возникновении, и кольцо не стало исключением. Существует несколько легенд, связанных с ее появлением. По одной из них в этой местности жил князь с дочкой-красавицей. Отец хотел отдать ее за богатого жениха, а она полюбила обычного пастуха. Князь придумал испытания для претендентов на руку и сердце дочери, и только прошедший их мог стать ее мужем. Женихам нужно было выиграть конные скачки, победить в состязаниях по борьбе и подарить самое изумительное обручальное кольцо. Бедный пастух решил участвовать в соревнованиях, но князь был уверен, что последнее условие бедняку не по силам. Но пастух выиграл скачки и борьбу. На последнее испытание он приехал без кольца, натянул лук и направил стрелу в скалу. Стрела пробила огромное отверстие, через которое можно было увидеть Эльбрус. Оно и стало самым необычным обручальным кольцом для невесты. И князь отдал дочь за пастуха. А сейчас, когда люди перестали верить в легенды, но продолжают верить в чудеса, существует поверье, что, постояв в проеме кольца горы, можно загадать желание, которое обязательно исполнится. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и пишите комментарии. И не пропускайте следующее видео. Все, всем пока-пока, до новых встреч, увидимся скоро!